Серьезный пожар в селе Малиново Дальнереченского района был ликвидирован силами новой пожарной части. Сообщение на пульт диспетчера пришло в 8 вечера. Спустя всего 2 минуты машина уже была на месте. В одноквартирном жилом доме загорелась веранда, и пожар молниеносно начал расползаться по всему дому. Открытый огонь был ликвидирован через 5 минут. А самое главное, пожарные спасли жизнь двоих людей. Хотим сказать огромное спасибо пожарным 102-е отделение. Ребята, низкий вам поклон и огромное спасибо за то, что вы так оперативно все сделали. Потому что буквально, наверное, еще считанные минуты, и уже и дом нельзя было спасти, и, может быть, и жизни моих родителей нельзя было спасти. Депо в Малиново построили в конце прошлого года. Часть прикрывает близлежащие села – Зимники, Любитовку, Вербное и Савиновку. В депо созданы все условия для комфортного несения службы. Диспетчерская, три выезда для спецтехники, помещение для отдыха личного состава, учебный класс, душевая. А самое главное – два новых «Урала», которые могут привезти за один раз 6 тонн воды. Жителям сразу стало спокойнее, ведь помощь теперь всегда рядом. Работают в части местные. Они прекрасно знают территорию района, веренную им на пожарную охрану. Мужчины довольны, что настоящее дело для них нашлось на своей земле. Немаловажно то, что у нас появились рабочие места. Да, то есть, если мы раньше работали в лесу, да, где-то какие-то временные заработки, то на сегодняшний день это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Отметим, в прошлом году по госпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации» обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах было построено 8 пожарных депо в Харольском, Партизанском округе и Надеждинском районе. В этом году благодаря ей в Приморье появится еще 7 таких объектов – в Шкотовском, Чугуевском, Кавалеровском и Кировском районах, что позволит быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.